13 марта под председательством Абдул-Муслима Абдул-Муслимова состоялось совещание. На повестке дня поднимался вопрос касаемо создания индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории Дагестана. Данный проект предусматривает конструирование комплекса заводов по производству строительных материалов и возведение исправительного центра. В рамках реализации инвестиционного проекта запланировано проектирование и строительство канализационных очистных, ливневых очистных и водоочистительных сооружений. Основной проблемой при реализации инвестиционного проекта является отсутствие земельных участков под размещение объектов инфраструктуры. На сегодняшний день для решения данной проблемы Минимуществом предпринимаются определенные действия. Для реализации инвестиционного проекта «Капитал Инвестпром» под строительством электрической подстанции 110 кВ распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан образован земельный участок с общей площадью 4900 квадратных метров. После образования по заявлению СПК МГУРУ земельный участок был изъят в казну Республики Дагестан. Он ранее земельный массив был на праве аренды, закреплен за СПК МГУРУ Чародинского района. По ходатайству Минстроя РД Минимуществом Дагестана согласованный проект распоряжения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленной, земель иного специального назначения. Буквально сегодня, после согласования со всеми органами исполнительной власти, муниципалитетом, внесен правительство Республики Дагестан. Сегодня взят на контроль его дальнейшее прохождение, буду вам докладывать. А также министр по земельным и имущественным отношениям отметил, что по вопросу строительства исправительного центра для УФСИН России распоряжением Минимущества Дагестана образован земельный участок площадью 5000 квадратных метров, который по договору переуступки права от СПК Мугурух был передан Капитал Инвестпрому. О Капитал Инвестпром 10 марта 2023 года обратилась с ходатайством о переводе категории земельных участков и земель сельхозного значения, категории земли промышленности, земли иного специального значения. Подготовлен проект и направлен на согласование с органами исполнительной власти. Стоит подчеркнуть, что инвестиционный проект «Капитал Инвестпром» для строительства канализационных очистных сооружений, ливневых очистных сооружений и водоочистных сооружений было предложено передать в республиканскую собственность земельный участок площадью 3,3 гектара взамен на земельные участки площадью 1,5 гектара и 0,5 гектара, которые находятся в собственности Дагестана. В настоящее время Минимуществом Дагестана проводится соответствующим утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории мероприятия по обмену на земельные участки площадью 0,5 га, участок номер 2 в собственности Республики Дагестан находится, и площадью 1,5 га, участок номер 3 в собственности Республики Дагестан. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Артур Сулейманов в своем докладе также рассказал, что на сегодняшний день в целях строительства и проектирования КОС, ЛОС и ВОС уже выбраны земельные участки, сформированы трассы прохождения коммуникаций и получены все необходимые технические условия. Для утверждения данного проекта необходимо пройти процедуру изменения категории и вида разрешенного использования земельных участков. В завершении заседания премьер-министр озвучил ряд поручений. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».